Итак, за эти дни мусорка. После Лондона, собственно, я просто ничего не снимала, поэтому надо рассказать. Мы поехали в Корк, аэропорт Корка. Везде портреты рыжих людей. Девочки. Называется «Добро пожаловать в Ирландию». Я испортила вам видео своими соплями. Саш, посмейся лучше. Вот. Ты реабилитировалась. И что ты тут сидишь? Семки есть? А мы поехали в Корк, где жили у Кристиана за городом, в доме. Кристиан, привет. Нас, кажется, бросил голос. Мы стоим такие с чемоданчиками. Мы на месте решим. Что-то не смешно. Вот он живет. Вот здесь концерт, вот мы. И заширено наш хост в пробках. Просто 12 часов ночи. Едут неизвестный мужчина. И нас ничего не смущает. Да. Как часто вы ходите по дому, Вовы? Прям вот из спальни в ванную. Очень крутой дяденька, который нас встречал на машине. Вообще такой кайфовенький, добренький. Особенно после концерта мы не ожидали, а он нас встретил, что да, очень приятно. В Корк мы ездили на концерт Ширен. Билеты, на которые мы купили еще в июле 2017-го. Культ Эда Ширена в Корке зашкаливает. Готовимся к концерту. Память чистить на телефоне. Вообще особо не верно, что мы доедем, но мы доехали. И просто...
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I took a stroll and you all I wore from the day I met a little girl and started to talk for a fine Sunday. Это вообще no comments, поэтому все фотографирую дверь. И мы идем такие с концерта, идем. И тут он такой стоит и ждет нас. Ну не Эд Ширан, а Кристиан. Да. Вся толпа, несколько десятков тысяч человек, да, шла вместе. Около 40 тысяч человек вмещает в себя стадион. Как город Шатура, население. Просто весь город на ушах. Да, весь город на ушах, дороги перекрывают. И сегодня скоро утром мы вернулись. Точнее, не вернулись, а приехали в Дублин, собственно. Саш, все, пока. И первый раз мы здесь живем в хостеле. Вот так вот у нас тут миленько. На месте не сидится, и мы пошли на аут-холд по-английски. Вот. Но как обычно, как бы люди все нормально идут обратно, а мы идем только туда. Это полчаса езды на поезде от Дублина, и тут сейчас просто нереально красиво. Там маяк, мы сейчас к нему пойдем. Видимо, мы еще не уходим с халки. Это просто прекрасно. Да. Вот такие пирожки. Да. Кать, молодец. Спасибо. Hey guys. У меня все nice. Все, блин, я лежу на второй подбородок. Ой, да ладно. Как будто никто не знает. Никто не знает, и мне обычно сверху сниму. Все. Не прошло и года, и мы вышли гулять по Дублину из магазина. Вы вот Дублин холодный. Все зелененькое, мне кажется, покупаете. Да, да, да. Утеплились. Неплохо. Юль, захотелось учиться? Согласна. Что бы это дело такое? Какое? Неблагодарное. Сначала мы сгорели в Брайтоне. Потом в Лондоне в последний день на солнышке. Два. А потом, короче, бах и
поехали вечером, а мы в корке сгорели. Блин, я почему думала, что в Дублине. Ну, нет, короче. На Халдс все равно. Значит, в Дублине мы сгорим сегодня. По традиции. А завтра 25 градусов. А то я думала, что-то бледный нос стал у меня. Непорядок. Не красный, не-не-не-не-не. А завтра 25 будет в Амстердаме. Ой. Может, крем будет? Да. Завтра мы будем в Амстердаме. Бейсбол, нет? Нет, не такой. Давай активнее, активнее. Прекрасный самый момент, когда много всего куплено. А у нас ручная кладь. А у нас ручная кладь, и как бы, да. И вот, и вот мы тут такие сидим, утрамбовываем. В Амстердаме. Больше энтузиазма. В Амстердаме. Еще больше. В Амстердаме. Да. Погодка полный Геленджик. Да. Джингл Беллс. Полный Джингл Беллс. Очень гуд, очень гуд. Очень хорошо. В общем, мы ни капли не жалеем, что взяли дешевые билеты пересадка в Амстердаме, а потом в Риге, потому что мы сейчас гуляем просто по нереально жаркому Амстердаму. Тут очень-очень красиво, очень круто. И просто пах-пах-пах-пах. Нравится? Короче, наш первый сегодня в Амстердаме. Типа как Fish and Chips в Лондоне. Ничего. Песто, знаешь, как вкусно? Это с песто. Я боюсь. Не бойся, попробуй. Я сейчас сапну большой кусок. Мы успели посидеть уже, в принципе, главные места, которые надо было посидеть. Попробовать все, что надо. Так. Она пыталась. Берите чемодан за нас. Просто такая свалка, разложились. Вы опять в другом месте, короче. Вот это палево. Еще могу поговорить. Мы на попой. Вы ночью едите роллтон? Нет. А ты что, нет, что ли? Саша двумя минутами. Немного новостей. Мы в Риге. Вот Рига. 8:30 утра идем просто потому что надо. Еле разбудила ее. Такая вот. Знаете, все. Я это никуда не вставлю, конечно. Хотя кто знает, кто знает. Девочки, по ту сторону портала, я по эту. Ну и как вам там?